Я нахожусь в городе Махачкала, и сегодня я пройдусь по улице Дахадаева. Улица Дахадаева начинается от улицы Буйнакского и заканчивается перед проспектом Шамиля. Отсюда начинается улица Дахадаева. Сегодня 23 февраля 2021 года, вторник, на часах 12:30. Температура воздуха на данный момент 0 градусов. Ощущается как минус 8. Идет сильный снег.
Если перейду на другую сторону улицы, здесь находится стадион «Динамо». Сегодня отличная погода для прогулки. Это было пересечение с улицей Кармасова.
Это пересечение с улицей Батарея. Республиканская ветеринарная лаборатория.
Сейчас я перейду на другую сторону улицы. По той стороне будет идти удобнее. Уже почти конец улицы Дахадаева.
Вот здесь заканчивается улица Дахадаева. На этом моя снежная прогулка завершена.